Ну а самое главное, что я сделал в жизни, это научил ругаться всех матерков. Когда пришел в риск. И телефоны летали в голову, а человек бокса. Когда пришел в управление, мы были войска с Минобороны. И у меня это вырос автоматом. Ну, в Минобороне 17 лет я служил, и там это нормально. И тут ее матом перед строем. Они все оробели. Они не поймут, кто пришел. Дурачок какой-то или еще что-то. А потом проходит полгода. Они ругаются лучше меня. И матом прут, а что-то